Когда вы собираетесь на отдых в Болгарию, то вас, конечно же, интересует, какую валюту взять с собой для выгодного обмена, где безопасно этот обмен совершать, и можно ли здесь расплачиваться банковскими картами. Если да, то какие это карты и какая ситуация с банкоматами. И в этом мы готовы вам помочь. Мы – это я и мой сын Всеволод, потому что мы ведем канал на двоих. Да и апартаментом мы тоже вместе занимаемся. Сейчас вы получите краткий, но обстоятельный ответ на все ваши вопросы. Хотя Болгария входит в Евросоюз, она сохранила свою национальную валюту лев, международное обозначение БГН. Мелкие разменные монетки – статинки. Как и в других странах, в Болгарии есть купюры и монеты. Купюры 5, 10, 20, 50 и 100 лева. А монетки 1, 2, 5, 10, 20 и 50 статинок. А также есть монетка 1 и 2 лева. Курс лева с 2002 года жестко привязан к евро. 1 евро примерно 2 лева. Доллары в Болгарии несложно обменять на левы, но в этом случае вы можете стать заложниками курса, поскольку курс доллара и всех остальных валют меняется в зависимости от курса евро. В принципе, вы можете приехать в Болгарию и с российскими рублями, и с украинскими гривнами, и с польскими злотами, и так далее. В обменниках и банках вы свободно можете поменять все эти валюты на болгарские левы, но при этом вы должны понимать, что вы будете сильно зависеть от курса. Кстати, курс обмена рубля здесь вообще очень невыгодный. Поскольку болгарский лев привязан к евро, раз уж вы берете с собой наличку, то выгоднее всего везти евро. Поменять деньги можно в обменных пунктах и в банках. И тех, и других полно в городах. В курортных зонах с банками проблематично. Обменные пункты встречаются, но курс там не очень выгодный. Точно так же, как и в аэропортах. Самый надежный способ обмена – банк. Это гарантия, что вы обменяете деньги по адекватному курсу и получите неподдельные купюры. Курс обмена в разных банках различается очень незначительно. Для обмена денег в банке вам обязательно потребуется паспорт. Оплату картами принимают в Болгарии во всех крупных магазинах, а зачастую и в мелких, на автозаправках и заведениях питания. В городах банкоматы встречаются очень часто. В туристических зонах, конечно, пореже, да и курс там не такой привлекательный. Поэтому удобно взять с собой в поездку пластиковую карту и использовать ее для оплаты покупок или для снятия денег в банкомате. На территории Болгарии к оплате принимаются карты платежных систем Visa и MasterCard. Нашу денежку. 20, 40, 60, 80 и 100. Ну, в принципе, меня за все годы еще ни разу банкомат не обманул. Краткое резюме. Если берете с собой наличку, берите евро. Менять валюту безопаснее всего в банках. В местах скопления туристов самый невыгодный курс обмена валюты. Крупные покупки удобнее оплачивать картой. Всегда имейте наличку на мелкие расходы. Надеюсь, что вы получили всю необходимую информацию о валюте Болгарии, вариантах обмена и возможности пользования здесь банковскими картами. Поставьте ваш лайк, благодарность. А если у вас остались еще вопросы, пишите их в комментариях.